Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Шафи Гулиноград. Хожилар, кукмаралар, кукмаралар, хожилар, идегіз мұнда берге келебіз, яқшы ма? Ғымырығызның ин олы сафарге жиындығыз. Сүйіклі пиямбарымыз, саллаллаху алейхи вассалям, мен хаджа лиллах, кім Аллах ризалығы үшін хаш қылса. Кайяума улитту мин уммихи. Яңа туғандай, шүпшіста саби бала шүкірлі, саби бала сыман, гынақсыз келіш, иіне қайтыр деп айты. Лекін, әлбетті, хажының шартлары бар. Талашмасқа, гынақ қылмасқа. Бірінші тапқыр біз 12-ші елда бардық, барған едік. Хажының фарызлары бар, әлбетті. 23 важиб болса, 3 фарыз бар. Бірінші фарыз нінде? Ихрамға кіру. Шулай бет? Икінші фарыз, Арафатта бір мезгіл болса да, Арафатта болу. Әм үшінші фарыз, тауаф, нінде тауаф? Ифада деп атала. Оның екінші есімі тауаф зияры. Бір уақыт, біздегі Минадан соң қойттық гостиницаға, бір апа келі. Қазір менің күшім юк, тауафқа бара алмайым деп айты. Айтам, оқшағыз болса айдай, біз бір анда тележкіпнен барып бола, шулай шылайгіз, юк ұлым, оқшам юк, тегі бара алмайым, аяқларым бітті, бара алмайым. Айтам, сіздің хажығыз қабыл болмай, ол бүйтіп фарыз, ифада, ол базарда ерген тауларға мінген, күш юк бұ апаның. Лекін ұлым, сенді хажи қазір, менді хажи қайтсақ. Тауаф болмаса да, менді хажи бей болам. Деп айтам, Меккада болғаш, шундай айтым бар, менді хажи, Абдурахман да хажи, аның ишаге да хажи. Қазір мен аңлата башладым, апа, тауафның фазілетлері бар. Тауаф жиде түгеректен шауд деп айтабыз ғарапша, жиде түгеректен тұра. Бір тауафның бір түгерегі үшін 70 мін гынахығыз ғафу етілі. 70 мін дәреже берелі сізге. Ондан соң тауафтан ұқыла тұрған дұға, намаз бар, уажип намаз, екі рәкағат намаз. Тауаф намаз. Бұ намаздан соң ұқыла тұрған дұға мұтлақа қабыл болашақ деп айтылы хадислерді. Нинди дұға қылсағыз, ұл қабыл болашақ. Ондан соң сай бар, Сафа ва Марва арасында. Бұ сайдан соң сізге нинди сауап берілі? Кім айталы хадислерді келі? Мәселен деп айтик, Ибрахим алейхиссаламның ұнықлары қыллыққа түшкен. Сіз оларны азат етсегіз, нинди сауап берілі сізге? Нық шундай сауап сізге берілешек деп айтыры хадислерді. Әм біз бұл апаға аңлаттық. Ол 2 сағатта бұл ғұмыра түгіл енді, бұл ғамален қылып қойты, отчитация етті, и хазырат, вот біз қылдық. Сауаплар білмесек, ішлерге де бек ауыр. Қазір бұшылай ішлемей біз бұл. Бізге нәрседір керек. Әлбетті, хаш ол, зұр фарыз ғұмырда бір тапқыр, қолына тұрған фарыз, да Аллах Субхана ва Тааля сізнің фарығызны қабыл етсін. Хәм, инша Аллах, шіп-шіста яңа туғандай балалар сыман қайтырған насып елесін. Біз сізні ұзатабыз, инша Аллах, бұй елді бізге насып болашақ, бізді хашға барабыз, Алла берсе. Лекін қойтқанда, кімдір бізні қоршы алашақ, Алла берсе. Камиль Хазрат, но хаш это не для кого-то, это для себя же в первую очередь. Правильно понял я из вашей речи, из вашего выступления? Ну, как для кого? Это, то есть, ну, это Аллах не Субхан... перед имамом, не перед Хазратом. Нет, Аллах Субхану Таля приказал, это приказ, поэтому нужно. И, альхамдулля, есть возможность у нас сейчас, есть специализированные, то есть специалисты, которые будут рядом с группой. То есть у этой группы есть свой руководитель, у каждой группы они есть. Поэтому есть возможность спросить и сделать все правильно. У нас квота была 1800, мы ее заполнили, и какая помощь? То есть вся организация на нас, то есть вся помощь, это
отправка вплоть до их возвращения. Это наша команда Думарте Хаджа, она будет работать, и то есть руководители, они все идут от нас. И, к сожалению, придется такой вот вопрос задать. В этом году ходили слухи о том, что в Суперземлях бушествует холера. То есть есть какие-то вот именно препятствия вот именно для паломников? Какие-то проблемы могут они поднимать? То есть я не знаю, как проблема, но паломники у нас делают прививки, то есть определенно есть нормы. Все выполнили эти прививки, имеют на это справки. С ними также едут медики из нашей республики Татарстан. А вот именно вот то, как надо, необходимо делать все ритуалы, им рассказывают, получается, старшие, которые едут с ними? Не только. Они в процессе подготовки все проходили курсы, проходили уроки. И, конечно, с ними есть руководитель, который будет направлять и показывать все. И что бы вы хотели пожелать вот хаджующим паломникам в этом году? Чтобы Аллах Субхану Тааля принял их поклонение и просил им все прегрешения. Спасибо большое. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.